Ребята, всем привет! И сегодня мы с вами на рыбалочку хотим собраться. То есть с моим подписчиком Анатолий. Привет, ребятки. И сегодня мы хотим на рыбалочку пойти. Сейчас берем удочки, снасти. Здрасте. И идем на рыбалку. Червяки. Червей, да, возьмем. Да, наверное, на червяки. На червю. Попробуем червей. Тесто с чесноком опять. Так что вот, ребят, берем удочки и погнали. Все. Поехали. Карасик, ребят. Наверное. Да. О, синька. Настоящая рыба. Да? Синька. Рыбалка с подписчиком. На что взял? На червь красный. О, нормалек. Поправляем червяка. Вот такая вот рыбалка у нас. Иди, друже. Отпускаем, у нас спортивная рыбалка сегодня. Закидаем еще, ну, может, еще что там отхватим. Звездюлей. Да, плохо. Проходили такие хорошие дожди, ливни. Да, короче, я хотел, как дожди пишу, это был капец. Клювало прям. Это было что-то. Что-то с чем-то. И карпики, может быть, клювало. Да. О, ребята! Вот, ребята, вот это рыбалка, вы понимаете? Синька. Это синька. Всем синька, синька. Так что вот, ребятки, вот такая вот рыба у нас. Вы видите, крупная какая. Эй, блин. Так что вот, ну, ребят. Не отпускай ее. Нельзя ее отпускать, потому что она так задолбает. Не пишите в комментариях там то, что бляха. Вот то, что типа рыбу... Только чтобы съесть, этого не надо писать. Вот такую рыбу точно никто не будет есть. Блин, ну, плохо подсюх. Коты. Только они будут есть. Сегодня. Ее. Так что вот, ребят, мы вот ловили вчера, позавчера. Учера тоже был плохой клев, такой себе. Не, позавчера был хороший клев. Позавчера был хороший, а вчера был плох. Клев прям был. Не очень. Да, и сегодня у нас жара, то дожди были. Ну, вроде с понедельника будут снова дожди, обещаю. Да. Так что вот, ребятки, будем надеяться, что будет хороший клёв. А сейчас попробуем половить. Может, что-то будет. Говори. Хотя бы карасика половить, ё-моё. Подписчиком, да? Ага. Я здесь местный живу. Мы живем в одном селе. Блин, а это... Ребятки, подписывайтесь на канал Ростислав Дашин. Будут выходить больше и новые, и круче видео. Интереснее. 100% спасибо. Ребятки, давайте. Подписка, лайкос. Мы вам очень будем благодарны. Да, и, короче, ждите наших видео. Вы нам лайки, подписку, а мы вам видео. Такое интересное, зачетное такое. Есть? Нет. Нет. Ай, синька. Опять синька. Синька, чмо, опять не брошу. Это точно. Нет, синька, чмо, а рыбачить не брошу. Это очень... Это у рыбаков-то. Это ну, очень... там и так тоже синька. Синька, то, эту, что поймал Рости, она очень... Ребят, если вы ее... Да, ребята, она такая поймали, рыба, это капец. Да если ее поймали, то сразу ее... О, привет, привет. Подписчик еще один, ребятка, поехал. У меня тут подписчиков, блин. Пусть... Нормалек, в общем.
попробуем, может. Так что вот, ребятки. На день будет клевать. Вот такие вот делишки. Так что вот, пробуем. Ну сегодня плохо клюет, плохо. Да. В прошлый раз, когда мы с собой ловили, то был клёв хороший. Так, вообще, прям отличный. Что там рыба это? Синька, синька, ребят. Да не, это не синька, да. Смотри, как аккуратно берет. Да-да-да, карасик крупный, крупный может. А может и не... Ну да, может быть и крупный. Он так, щутка еле-еле берет. Есть, ребят. Есть, есть он. Ай, сорвалась. Сорвалась рыба, ничего. Ну я бы ее и так бы отпустил. И так бы отпустили эту рыбу. Мы берем покрупнее, нам мельче не надо. Да, мы таких урашкой бьем. Да. Так что вот, выбрались. Будем... Блин, а... Будем выкладывать новое видео с закидушкой. Да. Сделаем каши, купим мы прикормки и будем... И как попрем на рыбалку это будет? На закидушку. Ну без рыбы мы точно не будем. Да. Рыба без нас тоже не будет. У нас еще такая вода, не очень себе чистая прям. Зеленая пленка такая, ну... Плохо, ну все равно. Рыбалка. Ну все равно отдохнуть вообще можно. Скажите, кто за рыбалку? Лайки, подписка. Кто любит рыбалку? Давайте. Я сам занимаюсь рыбалкой, у меня тоже есть удочки. Тоже люблю рыбалку, у меня папа рыбак, охотник. Может будем на охоту еще ходить тут, тогда уже туда. У меня есть воздушка, может Ростик купит. Если соберем 3000 подписчиков, то Ростик купит воздушку. Все. Так что, ребят, вы слышали, что подписчик мой сказал? Он уже мне 200 гривен дал, так что с вас еще... С вас подписка. С вас еще 2800. Да. Отдай мне эту синьку. Коту ее. Да. На. Ах. Гниль вонючая. А, да. Вот это самая фиговая рыба. Ее надо голову оторвать. Пусть будет коты ее. На куски. Забирай ее. На куски ее разделят. Котики тоже любят, ребятки. Да, котики. Едят. О, у меня был, видите, съел. А ну, Ростик, дай мне. Червя. Но. Толянчик, братанчик. Ребятки, случай на рыбалке. Ребята, у нас упали черваки. В воду. Случилось непоправимое. Ростик, больше будешь мне давать. Вот так вот, ребятки, у нас такая рыбалка. Блин, как мы слазим, не успею, заберу. Может, заберу, попробую. Так, ребята, наверное, я полезу, наверное, за это. Я полезу. Да? Ну, подписчик полезет мой. Кстати, кому интересно, как меня зовут? Меня зовут Толя. Да, его Толик зовут. Такой пацанчик вообще молодец. Помогает всем. Не жадный. Да, не жадный вообще. О, у меня там что-то клюет. Да, Ростик. Так, Толик, давай, Ростик, давай. Клюет. Давай. Бо что-то там клюет. Червей мало очень. Мы заготовились. Ты достал там, да? Здесь только два червака осталось. Так, давай, Толян.
Короче, давай. Ребят, если что. Давай оттуда. Возможно, мы будем ловить на ферму. О-о-о-о-о. Ребята, что-то там клюет. Нечистое. Вот, ребятка. Ну, уже Толян достал черваки. Ну, типа, там их мало осталось. Но все равно, Толян, спасибо тебе. Нет, за что. Так, червячка. А меня что-то там клюет, ребятки. Так что вот, ребят. Росик, привет, привет, привет. Ага. Посмотри. Да я вижу что-то там. Я без рыбы не уйдем. Там да. Без карты. Будем... Росик, да поплывок. О, ребята. Вот это карапака. Зацепи, ой-ой-ой. Только не. Наш камера упал. Мать честная. Ребята, короче, там что-то я зацепил. Ну, короче, это что-то с чем-то. Зацеп. Опа. Зацеп, ребятка. Ростик, чуешь? А ты это такой тяни на себе, вытягивай. Да, сейчас буду. Да-да-да, вот так вот. Может вырвется этот камыш. А там намертво, ты чё? Леска новая, погоди, леска новая. Леска да понятно, дело, что она новая. Вот. Это синька. За что ее все люди не любят? Да, вот она рыбалка. Она так заводит и отщепливается. И все, и за камышки захватил, и все. Ну все, прощай с Настей. С Настей здрасте. Смотря, если это летом, то можно залезть и отщепить. От... Ну, ребята. Отщепить. А если осенью, то уже все. Ну как-то надо доставать ее. Так что будем... Буду нырять, ребят. Ростик смелится залазить в воду. Ребята... Водичка уже холодная, месяц. Да, сегодня 3 жовтня. С вас уже 3 жирный, лайко здоровенный, промагроменный. Чтоб Ростик не заболел, лай. Да. Пишите в комментариях там. Ну, короче, вот, ребятки, полезся, наверное. Ростик смелится залазить в воду. Да, ребят, за вас. Смертельный поворот. Только чтобы вы были самые лучшие тут у меня. Так что вот, ребятки, сейчас как попру, как нырну, то и вот так вот, ребят. Что, собираешься нырать? Нет. Да? Не, я сейчас буду доставать. О, смотри, какая ворона большая. О. Да, ворон у нас тут хватает. Вороны, сороки. Так, ну что, ребята, погнали. Ох, какая холодная водичка. Ростик, осторожно, не беги сильно, а то ты всю рыбу разбудишь. О, ребята, по-любому, ой, как зла. И лекарство тоже. Ладно, шучу. Ростик, осторожно, не распугай рыбу. Да, не распугай, не заболей. Так, ребята, вот тут где-то. Бляха-муха, есть. Правда, крючку уже Антон пришел. Антон Леонидович. Оторвался. О, ребята. Никто, кроме меня, сюда ребята, не полезно. Если вы могли меня видеть раньше, я был у видео настоящий рыбак, крепкий рыбак. Посмотрите это видео. Я там был еще летом. Так, все, ребятки, я вытяну уже. Так что вот. Сейчас увидим, будет рыба клевать или нет. Ростик залез, распугал ее. Ага, все, ребятка. Ростик залез, отщепил что-то. Только не шатайся.
Аля, льет? Чтоб камеру не... Немножко. А ну дай-ка я сяду тоже. Что-то хочет оно. И брать, и не брать. Аккуратненько. Что мне сяду? Чтобы не пал. Сидай такой около меня. Ребят, мы говорим на украинском. Просто на русском. Начали говорить. Так, тогда ты сядь. Аккуратно сюда. Я выставлю удочку. А, ребят, смотрите. Мы поставили рогач с клёна, а он наоборот пустил корни и начал расти. Кобра какая. Ну да. Ребят, как вам, перед вами сесть, чтобы вам не заступать. А, вообще не понимаю, да? Куда я расти? Я забрасываю на снимать. Хо-хо! Салам, надо сидеть. Забыли? Блин, а я хочу сюда снимать. Всё, ребят. Всё. Я сейчас жду. Кажется, поклёвывает. Прям видит дальше сейчас. Как оно будет. О, ну, Рости, тебя не могут видеть. Я варен. А не, смотри, что-то там хорошее. Толян. Ну, такая вот рыбалка. Плохая немножко. Ну ничего, картошка. Ха-ха. Так, 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 так. Главное, не дергайся. Самолеты у нас здесь летают, ребят. Рыбу раскиди. Она. Бывает нам тут видеть рыбу. Она и так голод льёт. И они еще этими звуками. Вот это все. Понимать. Что клюет, что не клюет. Синька. О, вот, 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 вот. Что-то там клюет, ребят. У тебя клюет? Да, не, смотрите, ребят. Ростика еще кто-то хочет клевать. А, ребята, синька, наверное, да, синька. Бездинка. И хорошая с каким-то. Пазла страшная. Она сбивает либо червя, либо тесто, чтобы взять. На перловку она не очень. Все, что висит. Она сжирает. На, типа, сюда. Видите, ребятки, какая у нас эпичная рыбалка. Блин. Получается сегодня с Ростиком. Да. Со мной. Кстати, кому интересно, мне 11 год, я хожу только 5 класс. Ростик уже школу закончил. Все. О, да, синька, наверное. Ему уже нету что учиться, а мне еще учиться и учиться. Так что, ребятки. Да, мне еще на учебу есть. Да, Ростик поедет, я буду сам на рыбалку ходить. Я, может, тоже найду, сделаю свой канал. Да, видео то, что... Так что видео я буду снимать на выходные только. Возможно, я создам тоже свой канал. Тоже буду выкладывать видео вам замесь Ростика, пока его здесь не будет. Да, тогда нам обязательно приехать. Ну, можешь приезжать. Да, на. Сейчас смотрим, что же это там такое клюет.
интересно. Я на дальше на глубину. На глубину? Да, может быть там. Ребятки, кстати, если вам интересно, мы, возможно, будем с Остиком снимать, может, сегодня покатушки на великах. А может, со мной. Нет. Если у нас будет время, мы увидим. У меня спортивный, вроде как обычный. На Украине. Легендарная Украина. У меня Discovery. Спортивный, правда, Украина. Капец, сказал отец. Ну, и все ходит. Никакого супробита, ну, ходит. Все нормально. Ребят. Раз теперь туда перезакинули, плевать перестало. А ну, дальше закинул. Там синька. Синька, блин, она клевала. Потому что она так задолбывается, это капец. Вот я... И потому ей надо... О, она у тебя чьё там. Убивать. Ты что, братаки? Я только отвернулся, и меня клюёт. Я меня тоже. Это не всё там. Просто клюёт меня. Ну да, да. Пусть хорошо потянет. Мопедом едет. У нас идет там вокруг еще кто-то мопедом ездит. Тоже. Не может я почувствовать противную синьку. Это же синька, ребятка. Синька чмох. Рыбатель не брошу. Синька дудка чмох. Синя пузик. Это, возможно, мой папа едет. Возможно. Да, ребятки, сожрала она быстро, сожрала. Синька чмох. Ох, ребят, я только что чуть не зацепился. Только что чуть не случилось чудо. Еще одно. О, ребятки, меня заклюет. Только закинул. Ну, а там что-то... Это не наклюет. Ох, ребят. Подняло прям хорошо. О, пугается. Вот, ребятка. О, карасик. А ну, покажи карася своего. Маленький. Подписчик поймал. Подписчик, молодец. Второго, какой. Третьего вообще. Лайкосик, а жмите лайкосик ему. Что? Он немного лайков вроде. Что, оставляем его или нет? Да, пускай нафига. Маленький. Мы берем покрупнее. А вот это синька. Он тоже взял. Так что иди туда в камыш. Вот его. Еще надо в камыш. Не, пускай в камышах живет. Они же нормальные есть. Это синьку можно так бросить. Ребятки, мы еще возможно будет сезон, может, мы будем ездить на Пивдальный Бух. Ты знаешь Пивдальный Бух? Привет, привет. Вопрос. Давай карпа. Синька чмокнуть не брошу. Так, ребята, что-то там плюет непонятное. Чудо какое-то, ребятки. Может, карась, а может и синька. Может, не синька и не карась. А не знаю. Может, крыса вагинали. Кстати, у нас здесь водятся крысы даже. Да. А, и бужи. Ой. Кстати, ребят, мы, короче, когда ловили с моим братом, у меня есть брат двоюродный, это Сережа его звать. Короче, мы ловили, и мой брат поймал черепаху.
А у нее только три ноги. Одно откусило либо щука, либо сюда. Откусило что-то. И двух. Ну, дала жизнь. Трехколесных. Блин, а ребята так быстро съедают меня. Что это капец? Растику не везет. О, тут не какая-то. Ну, а качка полетела. Большая. У меня, ребятки, тоже что-то... Что-то поклёвывает. Так что вот. Так. Возможно, мы скоро будем на охоту ходить. Как вы, видно будет. У меня есть воздушка. Ростик, возможно. У меня есть крючок. Да. Крючком не ходить. Убираем 3000 подписчиков. А хотя бы 1000? 3, не больше. Не меньше. Убираем, и Ростик купляет воздушку. И мы будем ходить вдвох на охоту. На голуба, на фазана, на утку, возможно. Будем. О, ребята, что там ведет, так таскает вообще. По-нубски. Да, клюет на все. А у меня тихо, ребят. Тихо-лихо. А у меня уже ничего нет, мне все сожралось. Я опять, наверное, сожрала, конечно. Тинка, ребятки, тинка. У нас летом было здесь сколько комаров? Мы уже что только не делали. Ну, ничего. Скажи, Рось. Когда мы так страдали от этих комаров? 15 штук сразу в ногу. Нам надо было... 5 в ногу, 5 рост, 50 от ногу. Так что вот, ребятки, вот, делишек. Да. Вот такие вот пирожки. С сыром. Кстати, кто любит, с чем пирожки есть? Напишите в комментариях, с чем вы любите пирожки там. Я люблю с картошкой, с мясом. Чем ты любишь вас? Ну, я не знаю, даже. И с сыром, и с... Сладкий, да? Такие, с яблоками, да. Варяки любишь. Грузинские. Моя мама тоже печет. Хорошие, да, ты. Хорошие. Вкусные, с мясом, с картошкой. Да. Мы здесь жрали. Ели. Конечно, ребята. Ну что-то звонит. Мама. Алло, ма. Сидёздо. Погано, блин, я за взростиком. Самое, Кузьма, ты попадаешь в видео. Мы там видео снимаем. Хорошо, давай, бо я буду даже телефон не выпал. Ребятки, звонила моя мама, говорила, чи, наловил я рыбы домой. Ходиком хотя бы. Хотя бы, да, попал, может быть. Ребятки, ребятки. Пошел. Виноград терет, капец. Виноград, черешни, вишни. А вишни у нас все, вишни. Ну уже нету, а. Да, пожрали. Груши у меня. Пожрали. Два дерева огромных груш. Позбивали, пожирали, все, гэд. А да, видите, ребят, крагиниды. Не там. Что-то расти плохо клюет. Может, будем переезжать в другое место? На ступеньки. Кстати, Ростик вам рассказывал, у нас два места. На ступеньках и на мостике. Видишь, на дальней кухне льет, а ближе уже нет.
Там мясо тоже вот так. О, пошло, пошло. А нет, надо было тебе подождать, не поспешил. Ну ничего страшного. Рыбы здесь много. Откройте, если бы скорее. Так, тесто. Чесночком. Слушай, еще. Ребятки, кто из Украины, пишите. Кто из России, кто откуда, пишите, давайте. Нам будет интересно прочитать, откуда вы. Там мы же налипаем, посмотрим. Смотрите, ребят, вот у меня есть чудовище. О, налетело. Упало и целую гору насрало. Там рыбаки еще у нас сидят. Да. Мужики какие-то. Говорят, тоже у них сегодня плохо клюет. Они, возможно, будут на закидушке. Ну, возможно, а может быть и на стаканчике. А может быть и на стаканчике. Мы будем тоже, возможно, Синта. Мы, возможно, будем пробовать тоже на закидушки кидать. Как получится. Ну, может, не сегодня. Да. Нам еще надо каши замешать, прикормить. Чтобы нормально клевало, ребят. Ну, мы так спонтанно делаем. На быстром. Что-то упало на ногу. У меня тесто получится. Вот подлюка такая, а? Ну все, ребятки. Все я там уже сделал. Ну короче, она теперь там все снасти уже закинул. Так что вот, ребятки. Закинули мы опять. Вот она уже ловила опять карасика. Еще одно. Ну, такой же самый стандарт. Каланчик подписчиков. Так, ребятка, ну все, буду я, наверное, собираться домой. Ты, Толик, тоже будешь? Нет, я еще посижу немножко. Посиди. Все, ребятки, давайте, подписывайтесь на канал. Надо мне поехать домой, там звонили мне. Дело одно сделать надо. Так что вот такие вот делишки. Возможно, мы еще вечером приедем. Ну это не точно. Так, ребятки, все, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, колокольчик обязательно. Всем удачи, всем пока.